ونفعتني بالتوفيق أمددنا بالوفاء ورحمة الله سودنا إذا ترابلين موضع أطم في أتف كثير فوزد أمين الله أخبرتني بسم الله فوزد آية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا لأنفسهم ينصرون Аллах в Коране говорит, айюшрикуна ма ла яхлуку шайян. Неужели они предают ему сотоварищ то, что не может творить ничего? Вахум юхлякун, а они сами сотворены. Ва ла йастатийуна лахум насран. Также эти божества не могут им помочь. Ва ла анфусахум янсурун. Даже самому себя они не могут помочь. То есть Аллах упомянул четыре качества их божеств. Первое. Неужели они предаются товарищ? Мала яхлюку шайян. То и того, кто не может создать ничего. Это первый сифр. Они не умеют творить. Вахум юхлякун. Они сами сотворены. Это второй сифр. Вала яступайруна лахум насран. И они не могут помочь этим людям, кто поклоняется. Вала анфусахум янсурун. Также они не помогут самому себе. Эти четыре качества, который Аллах упомянул в этом аяте, указывает на то, что Аллах один достоин поклонения. Почему? Потому что Аллах является Творцом. И эти мушрики, которые поклоняются помимо Аллаха кому-либо, они сами признают, что Аллах является Творец. وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Второй сифр, то, что они сотворены, эти божества, а Аллах не сотворен. Аллах был вечен и будет вечен. Это божественное качество. А то, что они сотворены, это уже лишение божественного качества. Уаля ястату яруна лахум насран. То, что они не могут помочь своим, тем, которые поклоняются им. Это очередной довод на то, что эти божества ложны. Что они не обладают силой. Уаля анфусахум янсурун. И Аллах последний упомянул, что указывает на то, что эти божества настолько они слабые, что самому себя они не могут помочь. Не то, что другим, а самому себе. Если Аллах захочет им вреда, кто им поможет? Никто не поможет. Эти божества даже самому себе не могут помочь. Аллах постоянно в Коране приводит рубубия в качестве довода. То есть постоянно Аллах им говорит, не я ли создатель, не я ли даю вам пропитание, не я ли сотворил, не я ли вас оживил и умертвил. Они говорят, да. Тогда Аллах им задает вопрос, почему тогда вы поклоняетесь помимо Аллаха? И этот аят тоже самое. Дальше автор книги говорит, аят «Валлядина тадруна мин дунихи» и те, кому вы взываете или поклоняетесь помимо него, помимо Аллаха, «Ля ямликуна мин китмир», они не владеют даже, китмир – это оболочка над косточкой финика. Даже этим они не владеют. Вот эту оболочку они даже не владеют. Это указывает на то, что они несостоятельные божества, они ложные божества, они им просто недостойны поклонения. Аллах владеет всем. Аллах творит всего. Аллах в Коране говорит, я и Ганбасу, Лурива Масалин, о люди, вам приводят пример. Фастамиру лаху, послушайте же его. То есть обращается к верующим и к мужикам. Ко всем, у кого есть акль. Инна ламина табруна мин дуни Аллахи. Те, которым вызывают помимо Аллаха. Лен яхлюку дубабам. Они не могут сотворить даже муху. Муху, которую мы убиваем, которая нам непригодна. Они даже не могут сотворить муху. «Ля яхлюку дубабам». «Варау ичтамару лаху». Даже если они соберутся, будет это джинни, инс, то есть люди, хайваны, кто бы ни собрался, начиная от Адама, заканчивая последним человеком, они не смогут сотворить муху. «Ва ин яслюбхуму дубабу шайян». А если муха лишит их чего-либо, то есть заберет кусочек.
они не могут отобрать у него эту мудрость Божью. Настолько они слабы, настолько человек слабый. Слабый тот, кто просит, тот, кто поклоняется, и тот, кому поклоняется. Макадар Аллах хакка кадрихи. Они недооценили Аллаха. Они не дали ему должного величия. Валлярина табируна мин дунихи ла ямликуна мин татмир. Те, которым вы призываете, не владеют даже оболочкой косточки финика. Ин табируна. А если вы будете к ним призывать, если вы будете им поклоняться, ла ясмару дуаакум. Они не слышат ваш призыв. Вау самиру, даже если допустим, что они услышат, мастаджаву лякум, они вам не ответят. Это прямой ая, тем, которые утверждают, что аулия слышат в могилах, и поэтому мы призываем. Аллах говорит, даже если они услышат, вау самиру, мастаджаву лякум, они не ответят. Ваяума льпиямати, а в судный день, Якфуруна биширкикум. Они отрекутся от вашего ширка. Те, которые он призывает, они отрекутся от вашего ширка. Вафиссахиха ан анасин, то есть достоверно хадисе от анаса пришло. Кара шуджан набию саллаллаху алейхи вассалям яума ухудин. То есть посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям был ранен. Яума ухуд. То есть его постигла рана. Вакусират рубаиятуху, также сломался зуб в бою. Факара, кайфа юфлиху каумун. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, разозлился и сказал, как же приобретет счастье, как преуспеет тот народ, каумун шаджу набийяхум, когда они ранили своего пророка. Фаназалят, когда был ниспослан аят, лейса лака миналь амри шайбун. То есть ты ничем не владеешь. Ты не можешь управлять этими, этими рабами. Не можешь их наставлять, не можешь их вести в заблуждение. Аллах говорит Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, не в твоих руках их счастье. Не в твоих руках их счастье. Ты не можешь их вести на правильный путь. Также ты не можешь их наказать. Все в руках Аллаха. Все в руках Аллаха. Хадис первого муслим. Также в афихе Ан Ибн Умар, Халидат Ибн Умар, радиаллаху анхума, Аннаху самиам Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, якул, то есть Ибн Умар, радиаллаху анхум, слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Иля рафа'а расаху мин ар-руку'и фи ар-рака'а аль-ахира мин аль-фаджр». То есть Ибн Умар слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в последнем ракате, после руку'а, в намазе фаджр, говорил, Аллахумма лян фулана ва фулана. О Аллах, проклинай, проклини, или как говорят на русском так? Проклини. Русский язык. Фулана ва фулана. Личности назвал. Ба'дама якул сами Аллаху лиман хамда раббана ва лакал хамд. После того, как он говорил, сами Аллаху лиман хамда раббана ва лакал. فأنزل الله الله مصفصل آية ليس لك من الأمر شيء ты не владеешь ничем, ты не можешь наказать этих рабов, также не можешь наставить их. Также в другом ревайте يدعو على صفوان ابن أمية, то есть в этом дуа, которым проклинал мушриков, он проклинал صفوان ابن أمية وصهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام, этих трех людей он проклинал, этих трех людей. Фаназарат бейса лака мин аль-амри шайхун, вот тогда мне был ниспослан аят, что ты не владеешь ничем. Не владеешь ничем. И Аллах показал живой пример посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть эти три мушрика, они воевали против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Именно в Ухуде. Они воевали против ислама, воевали против Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И он проклинал их. А что такое проклятие? Проклятие – это отдаление от милости Аллаха. От милости Аллаха. А Аллах ему говорит, «Лейса лака мин аль-амри шайхун». То есть ты не владеешь ничем. Может быть, они покаются. Может быть, они придут к исламу. И так и случилось. Это великие сахабы.
Эти три мужика, которые воевали против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, впоследствии приняли ислам и были одними из наилучших сахаб, радиаллаху анху. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел, очень сильно желал, чтобы Абу Талиб принял ислам. Этих он проклинал, а этих Абу Талиба до последних дней наставлял. Хотел, чтобы он произнес шахаду. «Ля Иляха Илляллах». Но не получилось. Почему? Потому что аль-хидая, наставление в руках Аллаха. Аллах наставляет кого хочет и заблуждает кого хочет. «Иннака ла тахди ман ахбабта». Аллах в Коране прямо говорит. Ты не наставляешь кого ты захочешь. «Валякин Аллах яхди ман яша». Однако Аллах наставляет кого Он желает. Кого желает, наставляет того, кого желает Аллах. Также хадис от Абу Хурайра, رضي الله عنه, قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم стал, то есть среди своего народа, когда был ниспослан аят وأنذر عشيرتك الأقربين и увещевает своих близких родственников. Он собрал Курайш и обратился к ним. فقال يا معشر قريش о Курайш, اشتروا أنفسكم, спасайте себя. Ла угни анкум мин Аллахи шайа, я не могу вам принести пользу перед Аллахом, я не могу помочь вам перед Аллахом. Я Аббас ибн Абдул-Муталиб, о Аббас, сын Абдул-Муталиб, его дядя, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ла угни анка мин Аллахи шайа, я не могу ничем помочь тебе перед Аллахом. Я София, аммата Расули Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям. О София, тетя, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ла угни анки мин Аллахи шайа, я не могу тебе ничем помочь перед Аллахом. Вая Фатима бинт Мухаммад, обращается к своей дочке, своей любимой дочке, любимой дочке. Салини мин маали ма шайти, проси из моего имущества все, что ты хочешь. В этом я могу тебе помочь. В этом любой человек может другому помочь. Ла угни анки мин Аллахи шайа, однако перед Аллахом я не могу тебе ничем помочь. Почему? Потому что Аллах распоряжается, кого увести в рай, кого увести в ад, кого наставить на правильный путь, кого заблудить. Однако сегодня мы видим некоторых заблудших людей, которые утверждают, что они помогут людям и в могиле, и в судный день, что они спасут их от ада, и что у них есть право на это. Забирать души у кого хотят они, спасают кого хотят они. А где хаккуллах? Где хаккуллах? Аллах в Коране, описывая Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Куль, скажи Мухаммад, инни ла амлику лакум дарран ва ла рашада». Скажи вам, Мухаммад, я не владею вам ни пользой, ни вредом. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Также, «Куль ла амлику ли нафси наф'ан ва ла дарра». Скажи, что я не владею сам себе ни вредом, ни вреда и ни пользы. Не могу принести себе ни вреда, ни пользы. Все в руках Аллаха. Илля ма ша Аллах. Кроме того, что желает Аллах. Сегодня человек, который называет себя шейхом какого-либо тариката, во все услышание, не стесняясь, на мимбаре и в книгах утверждает, что он спасет от адского огня его последователей. Его глупых последователей, которые верят ему, отрицают аят и верят ему, отрицают слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обращается к своей дочери, что он не может принести ей пользу в судный день, как может этот устаз принести ему пользу? Как он может принести пользу своим муридам, если на него не посылается откровение? И Аллах не сказал ему, что он поможет им в судный день. Как он может утверждать? Его утверждение противоречит аяту.
Его утверждение противоречит хадисам посланника Аллаха. И эти люди впали в многобожие. Потому что хак Аллаха они дали уставу. И сам этот устав взял себе этот хак Аллаха, который посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не брал себе. И отрекался от этого. Отрекался от этого. И некоторые сегодня, когда мы говорим, что вы на многобожие, что вы предались товарищу Аллаху, они говорят, что эта умма защищена от ширка. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان إن наступит судный день, пока группы, целые племена не будут поклоняться идолам. Также посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم حديث от Аиши говорит: ولا تقوم الساعة حتى تعب لا يذهب الليل والنهار, то есть не пройдут дни и ночи. Хатта тюбаду Аллат ва Узза, пока не пройдут дни и ночи, как люди начнут поклоняться Аллату и Уззе. Аллату и Уззе. Мы знаем, что Лат, кто кем был Лат, и мы знаем, кто кем был Узза. И мы знаем сегодняшних этих болезней, которые на куфре и на ширке, которые заблуждают тысячами и миллионами людей. Тысячами и миллионами людей. И кто-то утверждает, что они тоже мусульмане, что они тоже будут спасены в судный день. Человек, который призывает, чтобы ему поклонялись помимо Аллаха. И человек, люди, которые поклоняются этому стаду и забыли хак Аллаха, и забыли слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, своей дочери, своему дяде, своей тете, что он не может принести им пользу. Это религия, религия тавхида, а не ширка. Есть муахиды, которые поклоняются одному Аллаху и не предают ему сотоварищ. И есть кафиры и мушрики. Эта религия не строится на ширке. И эта религия не вбирает в себя ширк. Эта религия искренняя одному Аллаху. И тот, кто следует этой религии, он на миллат Ибрахим, на единобожие, не поклоняется кроме как одному Аллаху. И следует Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, не следует всяким тагутам, которые призывают поклоняться себе самому, и которые призывают поклоняться сотням устазов, и джинам, и всяким забудчим. Как они думают? Чем они думают? Неужели никогда не читали Коран? Неужели никогда не читали хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Хадис, который мы зачитали, Сахих Бухари, Муслим. Аят, который мы читали, в Коране. А Коран читает каждый из нас. И те, которые предаются товарищу, читают его. И мы слышим, что до них хоть не дошла. В то время, как они читают этот аят, понимают этот аят, читают этот хадис, понимают этот хадис, и даже отвечает на этот хадис своим ложью и своим шубхатом. Что касается прошлого урока, тот набрал на себя задание.